Смотрите, вы делаете движение и работаете по глазам. Сегодня поговорим о том, что те точки и места поражения человеческого тела, которые мы изучали, они изучались нами неспроста. Вот, например, если на вас идет нападение с любым оружием, допустим, это нож, человек нападает, вы работаете с ним, невыбитое оружие забирается, и вы уходите. На вас нападают с топором, в руках у человека топор, дробящие предметы, любые, вот в частности сейчас молоток. Или же огнестрельное оружие. Вас поставили в упор или так, чтобы вы доставали, и вы работаете с тем, чтобы его руки не держали больше. Значит, для чего вы это делаете? Вы отсушиваете руки человека, чтобы они больше не держали этого оружия, пока вы не покинете место происшествия. Если у человека какие-то предметы, бытовые или оружие в руках, вы работаете по точкам и секторам, находящимся на руках, чтобы он больше руками не мог держать эти предметы. Если же у человека при нападении на вас нету никакого оружия, и вы видите, что он нападает на вас ударами ног, да, смотрите, любых боковых, или прямых, акцентированных или не акцентированных, вы убиваете ему именно ноги, смотрите, именно ноги, а не руки, для того, чтобы он какое-то время не мог вас догнать и не мог работать ногами. Когда вы отработали руки и ноги человека, чтобы он не мог держать оружие, чтобы он не мог вас догонять на больных или там травмированных ногах, остается еще один очень важный орган, который человек не может никак скрыть. Когда на вас нападают, смотрите, вы делаете движение и работаете по глазам. Чтобы появились слезы, выделение из носа, и человек на какое-то время потерял вас из виду и потерял ориентацию. Вот эти три важные компонента, когда на вас нападают, и для чего мы учим болевые точки, воздействия и так далее. Он может быть одет в зимнюю одежду, поэтому все то, что мы рассматривали, удары различные по корпусу и так далее, по шее, это может быть все скрыто. Но вот руки, которые держат оружие, ноги, которые нападают и за вами могут гнаться, и глаза, которые вас выбрали, потом не будут вас видеть, и вы можете уйти. Вот эти три органа, которые вы должны поражать в первую очередь.